Будьте добры нам, Дмитрий, жонку, как старые добрые. Да, и два пистолета. А я предлагаю... А ты предлагаешь... Забраться на крышу. В сочетании с... Прям люди отпускают, а потом... Лошадиным стуком, запахом навоза. Мне кажется, это вообще... Ну, это же пошлятина. Так, я буду коктейль... Ты будешь коктейль. На водке, конечно же, и какао. Внимание на себя. Хотите оказаться в эпоху Пушкина, когда не было кондиционеров? Сука, придите в литературное кафе. Фраза «я вся теку», она про эту замечательную атмосферу. Браво! Я вся теку! Браво! Это просто трындец. Не зря я сюда никогда не хотел заходить. А знаете, я даже не чувствую себя нисколько виноватой от того, что пригласила сюда. Мы течем здесь все. И радость заключается в том, что я еще сейчас горячий коктейль закажу. Бля! Ладно. Для тех, кто обычно не радуется, что мы тут ржем, ребята, это даже не смешно. Так, я сегодня в костюме, который как вот, смотрите, у меня маленькая радость. Это уже пошел, я уже 5000, прикинь, продал сам. Вот это. Паша, ну ты знаменитость. Да, ты. И вот обложка новая, нутро старая. И мы находимся с вами, друзья мои. Я вам сейчас даже покажу, где, потому что тут есть про все вообще. А, так, собственно... Как красиво у тебя верстка какая. Ты что, вот профессионал? Она, 18-й дом. Вот он, да, здесь жил видок Фиглярин, вот этот угол, вот это оно все, вот это панорама Садовников, друзья мои. В общем, а это, как же, как его звали, напомни мне. Вот это, Пушкин, да? Саша? В общем, друзья мои, на сайте после экскурсии бестселлер. Пошел четвертый тираж. Четвертый. Прикиньте. Это огонь. Я вообще жду, когда ты начнешь уже продаваться во всех магазинах на каждом сейчас углу. Сейчас идет об этом разговор, но конкретно про одну торговую сеть, но пока мы не можем прийти к консенсусу. Ты был максимально, знаешь, мерзкий старик, но популярный. Вот такой я тебе желаю. Понимаешь, старости. Проблема в том, что в магазинах, то есть как только ты им отдаешь книжку, они уже накручивают даже не 100%, а 150-200, то есть вот так вот. А сколько сейчас она у тебя стоит? Ну, стоила она мне 1000, сейчас она мне подорожала. Сейчас она мне на сайте будет 1300, после экскурсии 1500. Ну, потому что ты когда покупаешь на сайте... что денег не жалко. Нет, на это точно. Для встречи с прекрасным. Абсолютно, потому что эта 1000 рублей была еще несколько лет назад. То есть с тех пор вообще все в мире изменилось. Вот, но, короче, давай. Что мы здесь делаем? Слушай, мы здесь делаем очень быстро. Нет, реально, ребята, место прекрасное, замечательное. Есть исторический стол. Если хочется прикоснуться к прекрасному воочию, так сказать, то нужно брать меню. Там есть отметки, значит, петербургской кухни. Есть отметки блюд, которые предпочитал сам Александр Сергеевич. И вот тот самый стол поговаривает. Именно отсюда он уехал на свою роковую дуэль. Веришь? Роковую, он там играл рок. Я надеюсь, что играл рок. Но как бы то ни было, в любом случае, Александр Сергеевич, значит, здесь заказывал коктейли. Коктейли, хотите верьте, хотите нет. Правда, жонка. Ну, естественно, глинтвейн, естественно, пунш. Но мы будем пить жонку. И, пожалуйста, можно мы выпьем ее на улице? Иначе мне реально жарко очень. Мне еще кофточки. Я поддерживаю. Да. Будьте добры нам, Дмитрий, жонку, как да старые парни, добрые, да, и два пистолета. Потому что. Дайте я брошу, я вытрусь одно, не бросать даже. Ну, на самом деле есть в воспоминаниях, во-первых, Герцена, как они жонку делали. Во-вторых, есть, по-моему, в юности Толстого, как они жонку делали. То есть это такой был популярный напиток. Я видела однажды, как делали реставрацию. И делали, значит, этот коктейль, когда кладется две сабли. На сабли ставится сахарная голова. Эту сахарную голову нещадно поливают всем горючим, крепким алкоголем, который есть в баре. Это была абсолютно историческая правда. Потом все это дело поджигается, фламбируется. Почему она прозрачная? Наливается сначала на сахар, наливается игристый и ром. На сахар игристый и ром? Да. Я тут сижу, вру, понимаете, про то, что надо весь бар туда слить, чтобы оно горело. А тут делают вот такую усеченную версию. Мне кажется, это просто импортозамещение. Не иначе. Ну что, Паш, горячий коктейльчик? Слушай,
Я иногда жалею, что я не ругаюсь матом в эфире. Я пребываю в легком ауте. То есть для меня жонка — это какой-то таз, куда, значит, ну, по крайней мере, как я это все читал, да, вот они сейчас. Тебе приносят. Ты сейчас еще и будешь. Ну это привет тем, кто можно пить из одного бокала. А теперь мы повышаем ставки. Одна трубочка. Показываю, как. Вот так можно пить из одного бокала, поскольку мы жлобы, нищеброды, и дальше продолжите по вашему пожеланию. Сами, да, не зрите. Короче, мне не нравится. Нравится? Ну попробуй. Я, знаешь, несколько даже разочарована, потому что я ее пила, правда, несколько лет назад в этом же заведении. И это было прям, произвело на меня впечатление, скажем так. Потом я видела эти реставрации этого рецепта, много раз смешивала алкоголь. Уходим. Друзья мои, я не хочу ничего сказать. Вообще, я был очень удивлен, когда меня сюда позвала, потому что я никогда никого сюда не приглашаю. А мне кажется, есть два заведения на Невском проспекте, чтобы ощутить себя в 60-летнем диапазоне. Палкин и литературное кафе. Мне через 13 лет будет 60. Согласись, это тест. Вообще, это тест. Ну, единственный плюс этого, у меня горло немножко болит, вот только поэтому. Оно правда похоже на имбирный. Я не знаю, я, знаешь, обещала управляющему о том, что... Мы заплатить должны за это. Надо платить. Не, я оплачу, пожалуйста. Да, конечно, мы будем платить. Давайте, я предлагаю, правда, встанем. Но они подумают, что мы сейчас убежим. Возьми-ка вот эту штучку. Они так не подумают? Нет, ну слушай, справедливости ради. Мы вообще уходим. Мы уходим вообще. Вообще. Вот, если вы хотите знать, как вообще уходят, вот так вот. Берут и вообще нахрен уходят отсюда. Это примерно как в Париже, вот эти все, знаете, кафе, где сидели Жан-Поль Сартр, вот это вот. Да, Домагу и прочее. Это раскрученная туристическая история, которая раскрученная туристическая история, законченное предложение. Так, ты слышишь эту песню? Как молоды мы были. Подожди, кому платить? Я нам сейчас отдадут счет. Ох, нет, ну слушай, это, во-первых, все-таки, знаете, мне кажется, когда вы приезжаете, с родственниками, я не знаю, в принципе, может быть, у вас настроение романтичное. Я, например, когда здесь оказалась впервые, у меня было очень романтическое, литературное какое-то, быть может. Согласна, заведение не на каждый день, и, честно говоря, вот в формате сейчас у нас вечер среды, ну, некомфортно. И по температуре, да, и, ну, как оказалось, вот по факту. Поэтому, но в остальном, мало ли, Нет, спасибо. Бывал. Так он здесь познакомился с Буташевичем Петрашевским, и с этого началась несчастная история Федора Давайте Михайловича. Давайте следующих. Лермонтов. Да. Гоголь. Ты знаешь, какой мне однажды сделал комплимент бывший муж? Он поэтому бывший. Сказал, что я похожа на Гоголя, а я каре подстригла и уложилась. Слушай, глядя вот на это, мне хочется спеть. Я шоколадный заяц. Но сегодня у меня... Прическа я есть. Я истинный, как он там пел. Кстати, мерзавец. Мерзавец, я на все сто. А, кстати, он же из Африки, и он почти из Африки. У нас Россия, Африка, вообще, мне кажется, это, знаешь, на некоторая дань современности. Мы в тренде, в конце концов. Мы в тренде, да. Если что, есть еще второй зал. В тренде-бренде. Да, но там уже как сами хотите. А вот такой, кстати, стоит еще в квартире у Некрасова. Я вам рекомендую зайти, там стоит медведь. Это ужасно. Это? Ну да. А вот они так не считали. Я знаю, Танечка. Но это ужасно. Это ужасно. Да? А вот так вот, если? Ну, так лучше намного, конечно. Так, сразу больше гуманистических каких-то идей просыпается. Так, мы с вами... Мы вышли на Невский проспект. Боже мой, и свежо. И сразу свежо. Знаешь, куда я тебя зову? Не куда поверишь ты меня ни зовешь? За что. Но вот ты когда да выходишь... уж, позови меня, наконец. Бургер Кинг, я надеюсь, теперь... Нет, Паш. Нет? Нет, сейчас следующее кафе, значит, кому слегка за 70. Ага. Я исправлюсь. Я покажу тебе поднимаем ставки. Я покажу тебе современное место, ладно, так и быть. Это что? Оно у нас сегодня будет с тобой. А сейчас по Невскому проспекту, вот в этой вот части его основания, обыкновенно человек с чем сталкивается? Куда он всегда идет? Он идет туда, куда его ведет путеводитель Невский с перцем, конечно же.
А у тебя, кстати, следующий там что? Ты куда рассказываешь? Ну, у меня там про каждый дом. Прям, да? Да, там реально про каждый дом от Адмиралтейства до Восстания. С кусочком, да, всей этой истории. Это прекрасно. Но в обыкновении своем, если у человека нет твоего путеводителя, он, скорее всего... Да, конечно. Ой, извиняюсь, да. Он, скорее всего, пойдет на Дворцовую площадь. Да. Да? Да. А я предлагаю... А ты предлагаешь? Забраться на крышу. Хочешь? Ну, пошли на крышу. Смотри, ты... есть два варианта. Дешево, сердито. Алло, Саня, ты гудроном проложил все там у себя на крыше? Либо дорого-богато. Чего спрашиваю? Конечно, дешево, сердито. Одна на двоих. Нам налево, перейдем дорогу. Да, перейдем дорогу. Значит, смотри, в чем заключается дорого-богато. Дорого-богато – это отель «Вавельберг». Туда можно подняться в спикизи-бар. Спикизи мы уже теперь знаем, да, что это такое. То есть бар, куда не попасть, места мало, вывески нет. Есть такой бар на крыше отеля. Чтобы попасть, депозит 6 или 7 тысяч рублей на человека. Соответственно, вы их тратите внутри. Но если да, не хочется столько тратить, есть альтернатива. Но она ужасная, сразу предупреждаю, для всех тех, у кого... То есть мы продолжаем, мы начали. Значит, для всех тех, у кого вкусовые сосочки насмотрены, будет тяжело. Но, тем не менее. Значит, эта площадка в городе вообще открыта как кальянная. У них есть... Для кальянов? Для кальянов. Танюх, я в теме. Естественно, ты в теме. У них есть, значит, из напитков колу у них там продают и пробковый сбор на алкоголь. Поэтому вы можете идти со своим алкоголем. Пробковый сбор, всем понятно, да, что это такое? Когда несем свою бутылочку чего-нибудь, платим за это денежку внутри. Значит, у них, они работают как тайм-кафе, и минимальная ставка – это 100 рублей за час. Соответственно, кальян вы оплачиваете внутри дополнительно. Вид красивый, публика странная, место неочевидное, поэтому, соответственно, все для тебя, дорогой зритель. Слушай, ну мы можем пойти и туда, и туда. Мы, конечно, на 6 тысяч, может, там не выпьем, но что, готов подарить Вавельбергу. Это же там нищий отель, там очень... Дело все в том, что мест нет на сегодня, Павел. А, да? Поэтому... Там люди с хлеба на воду перебиваются. Нам сюда, вот смотрите, значит, ориентируемся вот так. Да. По сувенирам, по магазину Боско, если он там все еще останется. О, боже. Добро пожаловать. Итак, мы сейчас окажемся с вами на крыше. Я в этом месте знаю, не соврать бы, лет 7, наверное. Но это не всегда была эта кальянная. Там в разное время то вечеринки проводились, то какой-то арендатор. И вся парадная, естественно, она арендована там разные этажи. На третьем этаже, по-моему, или на втором здесь отель есть. Так что теоретически поселиться чуть дешевле, чем в Вавельберге. Чуть дешевле. Процентов на 80, чем в Вавельберге. Что, есть где-то... Мне кажется, сейчас мы познакомились ближе. Везде дешевле. Снимай его ноздри. Чем в Вавельберге. Ему ничего не страшно. Если вы не говорите... Мне страшнее. Девочки, ничего, что я присутствую здесь в вашем телефоне. Извини, пожалуйста, только не ссы. Не ссать в лифтах. Мы, петербуржцы, в лифтах не курим. Я помню, была такая группа «Жопа Новый...» «Здравствуй, Жопа Новый год». У меня была такая песня «Мы, петербуржцы, в лифтах не курим». Так, Ирочка. Так, ну что, вот смотрите. Не очевидно. Но вероятно. Здравствуйте. О. Смотрите, значит, на первом этаже. Пахнет кальянами. Пахнет кальянами, углем. Да. Как здесь... видите, в общем. Очень людно. Народу немного. То есть, таким образом, там какое-то ваше мероприятие там, или еще что-то, вполне себе площадка может быть доступной. А мы поднимемся, пойдем на крышу. И вот если, то есть, да, чай, снеки, ну, как в любом тайм-кафе. Mm-hmm. То есть, вы оплачиваете здесь по часовое, по минутное ваше времяпрепровождение. Мою жопу будете наблюдать, а не ее, понятно? Давайте. Хоть где-то будет классная жопа. Ну и смотри. Здравствуйте. Ну и смотри, там есть еще кусок, между прочим, если для аренды какого-то там, я не знаю, под концерт, еще под что-то, типа, ну, маленькое, кстати, да? Хорошая тема. Площадка? Мне нравится, да. Смотри, да. Под концерт.
Да, и такой. Я бы здесь маленький свой концертик провел бы, да. Да, здесь open. И вуаля. Не очевидно. Я бы не сказала, что это там какой-то самый потрясающий вид, но так или иначе, если вы вообще нигде не были, вот вам еще одна крыша, вот на ней... Танечка, куда ты запихнула это? Покажи вот мне. Вот оно. Да, я просто... Пожалуйста. Пока мы наблюдаем за видами, я... Да. Все? Слышно? Да, все. Конечно, хорошо. Конечно, ты знаешь, хорошо. Когда уже один раз отвалилась, потом как нервничаешь вслед. Нет, ну просто видите, мы купили прекрасную систему, она не заработала, пришлось по старой схеме опять писаться. Пойдем ну, туда. Что я могу сказать? Вот этот дом, например, который напротив, вот этот дом. У меня написан путеводитель. Ну, понятно, да. Но он был построен достаточно быстро по всем меркам. Мне кажется, вообще строили достаточно быстро, если... Ну, вообще нет? Нет, на самом деле, не факт. И это, знаешь, это тот случай, когда с богатой жизни видно альтернативу. А, ну я вижу вот ту богатую жизнь вот там на крыше, да? Да. И это вид на номера, ну на одни из номеров, а бар находится там чуть позже. Поедемте в номера. Я с радостью. Я очень хочу в Вавельберг, честно говоря, жду, когда спадет сезон, потому что, ну, неприлично, Паш, ну, сотка за тот уже номер. Уже сотка? Ну, сотка за тот номер, который я хочу. Это еще по-божески. А, который ты хочешь. Да, ну, знаешь, ну, ладно, иди, узнай, сколько люкс стоит в Астории. Много хочешь, много получишь, Паш. Понимаешь, я все, я не люблю. Это мое, кредо по жизни. Ну, еще твори херню, извиняюсь. Спасибо. А еще будет какой-то тут зал? Да, ну, доделают ремонт. Ну ладно, смотрите теперь на ее задницу. Так что вот, берите на вооружение, пользуйтесь, располагайтесь. Я бы, конечно, предпочла это заведение, наверное, исключительно под какие-то, ну, свои закрытые, да, мероприятия. Тогда будет красиво. Мы можем поехать на лифте по той прекрасной лестнице, там нет, только лифтовая вот эта. Я тоже уже так, я уже отметнула. Какая-то любознательная первым девочка. Делом, первым делом всегда. Пешком или едем на машине? Ну, пойдем пешком, что? Заодно будет, конечно, возможность посмотреть о том, как они раньше, понимаешь? Как они раньше. Мне кажется, это же жизнь, как они раньше. Но вообще... Перенаселение города вообще, это же просто, ну, капец. Нет? Ну, капец, да. Но вот мне сегодня понравилось, я перечитываю Анну Каренину и Стива Облонским, Степан Облонский с Константином Левиным пошли в ресторан и наели там на 26 рублей. 26 рублей – это, в общем-то, зарплата рабочего в месяц. Ну, так вот. Я говорю, много хочешь, много получишь, но только потом под поезд. К слову, да. Не поверишь, но я тут буквально давеча слушаю Анну Каренину на радио «Вера», Павел. На радио «Вера»? Да, в 22:00. Это ты после того, как это отгуляла где-то? Я как Елизавета Петровна молодая. Отгуляла и в Смольный. Ты знаешь, как Елизавета Петровна паломничество совершала в эту... Она, короче, ехала в карете из Москвы в Свято-Троицкую эту... Лавру. Доезжала до определенного места, выходила из... она шла, уставала, за ней приезжала карета, она уезжала, и на следующий день она приезжала к той точке, где она остановилась, выходила из кареты и продолжала идти. Вот это, я понимаю, оптимизация как бы процесса паломничества. Мне кажется, это вообще, в принципе, знаешь, когда говорят о том, что... Ну, брать какие-то аскезы, или, например, брать на себя какие-то обязательства, это же духом силен настолько, чтобы их соблюдать. И вот, мне кажется, это вообще отличная идея, когда, типа, я не курю, я бросила. Просто по понедельникам я могу сделать две затяжки. Ну, это как у Довлатова же это, по-моему, было, да, что... Я вообще не курю. Некоторые ошибочно думают, что я курю. Но я курю только, когда я пью. А поскольку пью я постоянно, то некоторые почему-то думают, что я курю.
Я тебя вот, кстати, к слову пришлось. Смотри, как это неожиданно. Ты куришь, Паша? Или ты теперь еще и не куришь? Нет, я уже давным-давно не курю. Ты что? На самом деле, вообще, курение, на мой взгляд, именно сигарет, не там, допустим, травы, это куда больше, может быть, вред, чем ну, не очень частое употребление алкоголя. Но ну, это как бы моя такая. Мне кажется, у меня оно все в одной градации, все вред, все вам не надо, поэтому я возьму вину на себя, пока позволяет. Вино это, ну, понимаешь, Бог зачем воду в вино превратил? Для чего он это сделал? Зачем? Ты куда вообще? Ты куда заходишь? Ты сейчас все, сейчас короче, ты не справишься. Сейчас пойдут теологические терки, где Татьяна меня вот по этому диабазовой брусчатке просто такая... Я тебя веду в сигарный клуб. И не по какой-нибудь там улице, знаешь ли, а если у большой морской улицы Слава Бриллиантовой жаж. Только для тебя. Божечки. Дарю. Свечи Яблочкова включились. Ну, Танечка, я хочу сказать, что у меня тут же есть куча маршрутов. Называются блатные улицы империи, блатные морские. Поэтому я рассказываю и про прекрасный дом вот этот моего любимого архитектора Виктора Шрётера. И дальше там Чайковский здесь жил и здесь умер и так далее. Это вообще кошмарная история. А потом ты мне говоришь про вино. Да, Чайковский, кстати, один стакан воды и нет и человека. И где он выпил, надо сказать. Вольф и Беранже пришел. Между прочим. Пришел человек, говорит, дайте мне воды. Ему говорят, кипяченый нет, дайте простой. Была холера, он выпил, и вот в этом доме он умер. Понимаешь? Да. А потом спрашивают. Об этом мемориальной доски там нет. А я вот приду со своим шуруповертом и вкручу. Так, мне нравится этот звук, не могу. У меня неизбежно, большая морская, малая морская, они а меня... А запах тебе нравится, который... Слушай, я представляю, когда их 300 или 500, и когда это Чача и Няша под ногами, еще круче, когда летом это все засохнет, и пыль вот эта, да, навозная, она у тебя, ну, класс. Она смешивается со штукатурной. А у тебя 17 подъюбников, ты без трусов, ну... вот это жизнь. Ну, согласись, красиво. Ты психологически устойчив, раз ты без трусов. Мы помним. Не, ну как бы у них были трусы, но они были такие, как бы, очень-очень большие. Да, так там все равно не было шагового шва. Шаговый шов – это вот то, что штанишки соединяет. Его не было. Шов? Да, его не было. Ты не знала? Я понял. Дорогая, покажи мне свой шаговый шов. И это будет очень приличное предложение. И она такая, раз. И вот эти две улицы, и, наверное, вообще вот этот треугольник, по которому мы сегодня с тобой идем, слушай, они из меня делают все непременно какую-то тургеневскую барышню, но я без романтизма к этой эпохе отношусь. Конечно, я понимаю прекрасно о том, насколько тяжко вообще все это было. Оказаться там я не хочу. Носить я это все не хочу, но вот этот дух, знаешь, это романтизм войны. Вот когда ты там не был, ты всех этих ужасов не видел, и ты такой, я на фронт. Вот я, наверное, примерно так к этому отношусь где-то там внутри себя, как девочка, скажем так. И поэтому от всей этой красоты зову тебя в сигарный клуб, неочевидный. Ну ладно, но там же еще и наливают, я так понимаю. Конечно. Конечно, но я, знаешь, даже больше... Потому что я сигары курить не буду. Не, ну сигару мы не будем с собой брать, не будем курить, потому что, знаешь, достаточно того, что мы пьем в кадре, нещадно. Там, понимаешь, люди переживают, что я сопьюсь и состарюсь. Да. Ну, понимаешь, если говорить про 19 век, слово «люди» употреблялось относительно слуг. Да, это поэтому тоже. Поэтому вот тогда бы люди переживали посмотри, за посмотри, какой ты тонкий барыню. Тролль. Я не про вас так, уважаемые дамы и господа. Это я очень люблю, когда мы идем и про эту эпоху говорим. И, естественно, речь иногда заходит про Достоевского, Тургенева, Толстого и про проституток и прочее-прочее. Или, да, как вот сегодня, опять-таки, Стив Облонский говорит... Да, проще вот ко всяким кларам ходить, потому что там ты можешь опозориться, когда у тебя денег не хватило, а тут ты опозорился, что тебе отказали вот предложение, понимаешь? То есть они все там ходили. Я всегда спрашиваю, какой главный признак проститутки? И потом они оглядываются друг на друга и понимают, что в принципе, с точки зрения 19 века, они все
Ну, собственно, как и ты, Танечка, ты вообще короткостриженная еще. Ты не гилистка, Танечка. Я мало того крашеная, понимаешь? Да, ты стриженная, крашеная, разведенка. У меня штаны. У тебя штаны. С шаговым, зашитым швом. Ну, ты, кстати, очень счастливый человек, по мнению суфражисток конца 19 века. Сейчас, подожди. Мы пришли в сигарный клуб, а на всякий случай еще хочу сказать людям о том, что в Пономарев центр всегда можно зайти во внутренний двор. Они, собственно, и сейчас открыты, но не до них нам дело. Во внутреннем дворе можно выпить кофе. Это как еще один вариант внутреннего двора, да, который не будет этим типичным. Мы пришли в сигарный клуб. Там-та-та-там. Название, как тебе? Профессор Фрейд. Да слушай, я видел этот сигарный клуб во всяких сториках и прочее, всяких Привет. Девушек. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, мы тут к вам буквально, там в сигарной люди? Да, там сигарные. Люди. Мы тогда, здравствуйте, мы тогда пройдем через химидор, за бар и... Расскажешь, покажешь, что здесь надо... Не надо ни лишних слов. Что здесь надо делать, значит, публике, уважаемой и дорогой? Сигарный клуб, как понимаете, пространство... Неужели для сигар? Индивидуальное и закрытое, да, поэтому есть членство в клубе. И вот, между прочим, за твоей спиной индивидуальные химидоры, где ты можешь хранить свои сигары недокуренные. Слушай, ну мы можем передать привет Мариночке, которая периодически, да, со своими этими постилась, такая, значит, прекрасная барышня. Вполне. Максимальным размером определенной части груди. Знаешь, иногда сигара — это просто сигара, Паша. И здесь вы найдете хорошего качества сигары. Откуда? Смотрите, как построена коллекция. Вот эти два стеллажа перед вами, это все Куба. Это все кубинские производители. Дальше мы идем сюда. Здесь у нас Никарагуа. Здесь Доминикана. Центральный столик. Вот эта вся часть — это компания Гурка, доминиканский бренд. У них очень много сигар, поэтому им там никогда не хватает места на полке. Здесь лимитные редкие вещи, которые есть не везде. А упаковки эти красивущие. Да. Да? Здесь сигарные наборы, ну, как правило, это подарочная вещь, сигары в тубах, сигарилы от сигарных брендов, то есть они без фильтра, без всего, сделаны из сигарного табака. А здесь последний стеллаж, где представлены страны второго-третьего плана, это Эквадор, Гондурас, Мексика, Коста-Рика и Россия. Покажите нам сигару, сделанную в России, пожалуйста. Сигары, сделанные в России, делаются из табаков Никарагуа и Доминикана. Знаменитый альпийский шоколад, произведенный в Швейцарии. Вот спасибо, да, что вы подсказали. Внешне вы даже не определите, что она сделана. А в чем прикол-то тогда? Российские руки заботливые или что там? Нет, заботливые кубинские все-таки руки, наверное. Кто-то крутит их все-таки кубинцы. Я же надеялась хотя бы эту историю про какую-то большую грудь, внутри которой стирает, бьется сердце, конечно же. Слушайте, ну, как? Я вспоминаю, когда я еще курил, и да, я с такой, знаешь, сигарой, я такой... Знаешь, что бы так ни было, если... Знаю, мне уже там потом все объяснили. Если есть желание вообще пробовать и где-то знакомиться с эстетикой сигарного мира, я однозначно это место рекомендую. К великому сожалению моему, мы не можем зайти в сигарную комнату, потому что там сидят гости, ибо сказала, да, что и членство здесь есть, и приватность, конечно, соблюдается. Но при этом всегда можно зайти в ресторан, попроще с этим будет. И учиться курить сигары, вообще, в принципе, это же не обязательно курить сигары, я никого не подсаживаю, никому не рекомендую, я лишь к эстетике, гедонизму, да, жизненному. Поэтому здесь подберут сигару с первой затяжки, которую у тебя вот этого не случится, потому что, конечно, новичку никогда не предложат Слушай, ничего. Это было в 90-х годах, какой нафиг сигарный клуб. Согласна. Там тогда, знаешь, это Беломор, вот это двое сложенное. Почему тогда были сигары? Просто другой вопрос, что не было клубов. Нет, я про это, я про... Нет, сигары были... Табачные ларьки. Сигары были всегда. Вот Вышенков же рассказывал, что он еще при царе Савдепе побежал и купил то ли за 3 или то ли за 5 рублей сигару на Васильевском
Карибском острове. Только да. на четверть зарплаты просто да, практически. Да. И совершенно очевидно о том, что, ну я не знаю, но мне кажется, курить сигары там условно дома на кухню, как сделали вот мы недавно, прикупив и там разложив детей спать, и вот, ну нет, не получаешь никакого удовольствия, куря вытяжку. Я тебе объясню почему. Потому что если ты заговорил про тургеневские барышни, это некий такой эрзац так называемого английского клуба, который тогда существовал. Да. Абсолютно элитарное место, куда, например, Пушкина долгое время не принимали, там нужна была рекомендация двух членов, и вообще это все было дорого, богато и очень элитарно. А есть возможность посмотреть хотя бы малую комнату, или она тоже занята? Тоже занята. Потому занята что, гостями, короче, да. Комнат здесь две. Приходите, когда курить, пустят же всех, ну, при покупке, да, сигары. И, там, ну, да. Даже не, дело не в покупке сигары, так как у нас внутри встроен ресторан, а эта зона вообще отдельная от сигар, потому что там зона некурящая, и у нас есть гости там с детьми, еще что-то, они могут проходить туда. Все остальные зоны все-таки там курят табак, поэтому там есть определенные ограничения. У нас есть большой лаунж, как верно было. И там как раз вот этот красивый английский... И есть еще маленький кабинет, кабинет переговорный, назовем его так, который в большинстве своем прерогатива клубных гостей, они его используют там по своему назначению. Ну, в него есть? Можно было бы попасть, но сейчас, к сожалению, ну, там без претензий. Как-нибудь мы дойдем. Знаете что, а купить, например, если я не член клуба, то купить вот малую комнату для своего какого-то, там, не знаю, да, можно? Можно. То есть все обговаривается, звоните, заказывайте, да. Бронируйте, все есть. Железно, все так и есть. Так, и моих не появилось, да, сигарил этих мусс, которые? Нет, пока нету. Эх, не курю. Понимаешь? Я курю только по понедельникам, две задержки. Так, ну что, с рестораном знакомлю? Да, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Это светочей моих, бармен Николай, который смешает для вас все, что хотите, за дорого. Все смешалось в доме Амблонска. Естественно, за дорого. Здравствуйте. А мы снимаемся. Да, здрасте. Да. А, значит, смотрите, ну, в ресторане можно присесть, не знаю, мы будем меню, надо показать, не показать, в общем, так или иначе, место тоже вот неочевидное, отличительно от туристического променада, да, вот этого и по Невскому проспекту, и по Большой, Малой, Морских, я очень люблю это место за качество, но есть нюанс, конечно, про цену, наверное, вы можете там закидать меня своими претензиями, но, знаете... Чем богат. Мы возьмем на ход ноги, да? Ну, наверное. Да, да. Знаете что, Николай? Николай делает, господи, настойка или что это было? Что ты делаешь сам, что ты настаиваешь? Все ПФы в работе мы делаем сами, мы не покупаем сиропов. Работаем, как работали парни вот в конце 19-го, начале 20-го года. У нас сегодня прямо такое пошло, да? Да, я тебе обещала, понимаешь? Мы тут только что сейчас в одном из заведений пили жонку неприятную. Это был алкогольный сладкий сироп. Поэтому знаешь что? Вот давай, как парень из 19 века, накати-ка, мадемуазель. Эмансипированный. Так а ты будешь чистым или что? Слушай, я думаю, давай, чтобы у нас было времени больше, да, на дальше прогулки, давайте я выпью просто какую-то короткую... Херес? Нет. А ты, да вы его делаете? Нет, конечно, ну, просто мы сигарные. Не-не-не, а есть, я знаю, а есть, быть может, какая-то настойка? Нет, ничего настойки, нет. Они не вписываются в конце. Тогда давай сделаем какой-то коктейль короткий. Короткий коктейль. Это будет Гимлет. Например. Гимлер? Гимлет. Гимлет. Вот мы делаем. Смотри, какой. Да, кстати, нас очень часто ругают, что мы забываем сказать про цены. Жонка стоила 550 рэп. 550 она еще стоит? Это сейчас сколько будет стоить? Рублей 700. Ну, нет, ну за жонку это было неприлично вообще. Ну, это было правда. Ну, я даже неожиданно неприлично. И они еще ее и готовили, что ну. Эх, кому-то повезло, да? Я мне. Про кого-то ты сейчас так прям... Нет, слушай, я совершенно... Ну, там объективно. Я совершенно не хотела так говорить и никогда, ну, вообще... Нет, но мы... Почему мы должны все... Подождите, Татьяна. Давай. А почему мы должны... Всех любить? Да, всех любить, как бы. Есть, как бы, объективная реальность, потому что, возможно, там есть что-то хорошее. Но...
Бесспорно. Согласись, когда ты приходишь летом и течешь, начнем с этого, да, вот здесь ты не течешь, но, может быть, ты, детка, течешь от чего-то другого, да? Естественно. Я имею в виду вот от этих маракасов. Всегда, каждый раз. Как называются эти штуки у тебя на рубашке? Бенты. Это они нужны, чтобы рубашка не... Чтобы когда ты готовишь все сам, чтобы не цеплять... Но у тебя же не такие широкие. Это, нет, это... все равно она же может налезть на кисти рук. А на ногах у тебя тоже гольфы держат такие штуки? Об этом знают только все. Но об этом ну, пожалуйста, скажи, что это. Пожалуйста, покажи свои ноги. На шее Кирилла Николая Гимлета. Что в Гимлете? В общем, это двухсоставный коктейль, состоящий из кордиала, который мы делаем сами, и джина. Возможно, это самый исторический из коктейлей, потому что тот самый... Немножко волшебства в виде оливочки, чтобы вот капельки такие плавали сверху. Просто. Жирное пятно. Да. Жирное пятно в виде сердца. Теперь жопы. Это сюда, вот я. Мне как раз вот. Я думаю, неужели у меня такое понятие. Чем богаты? Я расскажу сердце. Я смотрю, какое интересное у нее сердце. Но я просто помню, сердце. Это 8,5 недель. Ой, у кого-то 9. Попка в виде сердечка. 9. 9, да? Но я одну не досмотрел, наверное. Я остановился на 8. Слушай, ну мне... Тебе. Мне тут нравится, потому что... Пахнет очень вкусно. Ну, потому что самодельный... что входит да вот я эти из вот... себя вот кордиал. Типа этого знатока состроил, которым я... Сироп, соков, лайма, лимона настаиваем на цедре. Добавляем фенхель, кардамон и, конечно же, самый безопасный тростниковый сок. Там вот этот вот эту штуку в бутылке, вот эту штуку, вот эту взвесь, оно... Попробуй, конечно. А что тебе взвесить? 200 грамм, чудак. Пробуй. Не, ну а что? Девка говорит, взвесь, а как бы... Взвесь, ну как тебе? Вот не жонка. Вот эта штука настоянная. Из 50 классических коктейлей, которые люди, считающие себя профессионалами, делают... А как он называется? Гимлет. А, ну да, у меня просто память как у... Классика. Делают плюс-минус близко вообще. Гимлет. И мне кажется, тебе еще, раз тебе зашел Негрони, эти сложно сочиненные вина, вот эти все травные истории. Сложно. Это очень хороший... чаек. Да. Он чем-то похож на имбирный. У нас сегодня имбирная тема продолжается, но качество повышается. Друзья мои, еще один вопрос, который мне часто задают, что типа перец, ты же говорил, что ты не пьешь. Дело в том, что я всегда говорю, есть величины относительные, есть величины абсолютные. В абсолютных величинах, да, я пью. Вот видите, сейчас я пью. Но в относительных величинах вот это, я считаю, я не пью. Ну, то есть, как бы, для меня пить – это пить. Мы же не знаем, может, ты после передачи, знаешь, да, что-то полакал. А прийти раза, там а раз в месяц, раз в две недели, отглотнуть, отлизнуть, Мы не будем про шов вспоминать. Прямой. Чуть позже. Да. Мы же не можем, понимаешь, у нас это компания, понимаешь, которая нет-нет, да и подтроллит, нет-нет, да и подтоксичит. Поэтому для меня это не пить. Ну, просто пил я молодостью. Да. Что ты пил в молодости? Спирт роял. Сколько взвесить ты бы в молодости. Так, считайте нам, Николай. Считайте нам, Николай. Николай. Это было вкусно. Это топ и классика коктейльного мира. Ну и однозначный лайк-подписка этому заведению, потому что, поверьте, зайдя в сигарную туда комнату, даже если вы не курите, вытяжка так хороша, что даже если вы не курите, поверьте, даже 2 или 3 сидящих стола, курящих по 2 человека, сигары, ну, соседи ваши, вы не сойдете с ума, вы не будете сидеть в клубе дыма, и все комфортно максимально. Но мне очень-очень нравится, и вот это... Приватность, да, вот на малой морской в сочетании с лошадиным стуком, запахом навоза. Ну, в общем, атмосферно, очень-очень. Честно говоря, я предпочту это место многим другим туристическим кафешкам, которые мы проходили.
и несколько иначе, мне кажется, можно атмосферно. А прикиньте, заходишь туда, и там есть контакт. Дым, сигарет с ментолом. Пьяный угар качает. Ну, Паш, ну мне 80 лет. Ну, послезавтра, конечно, я знаю все эти песни. Понимаешь, я родилась старая. Так, ну ладно. Привет человеку по кличке Arm Band. Спасибо, Коль, большое. До встречи. Приходите здесь. Справа свет, что да. Свет, свет. Он Павел. На космическом корабле. Давайте. Мэджик. Сейчас она закроется и раздавит его напополам, я надеюсь. Нет? Пока. Да. И забрать бутылку с собой — это еще одна миссия невыполнима. Спасибо большое. Да, спасибо, до свидания. До встречи. Да. Группа. Всегда да. Всегда. Так, посмотри, какова красота. Не находишь ли ты петербургскими цветами синий и оранжевый? Слушай, я не могу сказать, что прям оранжевый. Ну как же? Ну, Таня, понимаешь, мальчики, у них вообще цветовая гамма, она немножечко более сужена, чем у девочек. Еду в машине с человеком, у которого вообще, в принципе, монокулярное зрение, то есть один глаз видит, и он не видит оттенков. Я совершенно, ну... Там закат, и после заката, знаешь, когда небо меняет цвет много-много раз в минуту. И я такая, боже, как красиво! А дождь, и оно серое. И он смотрит на это, на все, допустим, серое же. Я говорю, что, как, где? Ладно, друзья мои, еще одно заведение, которое really sucks, это кафе «Счастье». Ну, а я вот его не люблю. Я знаю, что я его ну, люблю. Ну, так смотри, я поэтому смотри, знаю. Про Сергея Есенина. Ну, да. История, потому что «Счастье» и бывшие гостиницы «Англитер». Да, я всегда показываю, что там люди сидят, едят салат, а тут Есенин. Нет, на самом деле, тут недавно же была история, когда их там чуть ли не прикрыли, потому что них выявили. Палочку или что там у них там было. Да, мне кажется, кто не грешит палочкой. Нет, ну сколько там не было, это такая, знаешь, это... Вот чистый маркетинг для телочек, которым надо заинстаграмиться на фоне Исаакиевского собора. В этом-то и дело, понимаешь? В этом, мне кажется, несколько моя миссия на земле, когда люди приходят, например, ко мне на программы, я всегда их стараюсь предостеречь от таких, скажем так, must-see. Пойдем, наверное, через центр сквера, чтобы у нас Исаакий открылся с лучшей стороны. Глинтвейна попить вот в этой в открывашке. Я сейчас расскажу тебе, как я однажды выпила глинтвейн. И, в общем, всегда стараюсь предостеречь от таких попсовых мест, потому что вы туда, даже если попадете, обыкновенно это вам либо очередь надо там стоять, либо этот стол, который там в углу вы будете сидеть под бронь на 28 минут, там всегда будет херово туча народу, как правило, плохое обслуживание, не самые качественные блюда с палочкой, к примеру. В то время, как буквально зайдя за угол... Вы можете купить бутылку со знающим человеком, прийти сюда, поставить ее в пакет. И за пробковый сбор стоять на крыше, понимаешь, с видом на Невский. И прекрасно провести здесь время, друзья мои. Здесь время можно проводить прекрасно. И правда, вокруг сквера стоят эти машины с глинтвейном. Я не знаю, что там. Но это был, значит, это был рассвет моего декрета. И гуляла я с петроградской стороны. Подожди, с коляской. Декрета о земле или декрета о... Декрета о мире, понимаешь, во всем мире. Нет, ну с ребенком сидела я, и уже на тот момент, естественно, не кормила. Я вышла гулять. Лето, жарко, я с коляской. И у меня, короче, в этом подстаканнике... Нам туда, на светофор. В подстаканнике, значит, я беру себе этот глинтвейн в машине. Думаю, а хорошо идет, неплохо. В общем, короче, только, мне кажется, знаешь, счастливый случай стопорнул меня не брать второй, потому что буквально через 20 минут, то есть это плохой алкоголь с сахаром, ну, да, сыграл, в общем-то, слава богу, что ну, у меня есть опыт и толерантность высокая, мне, в общем-то, как бы это никак боком не вывернулось. Но вообще не рекомендую употреблять алкогольные напитки сомнительного качества вот на всяком углу.
Не пила ты, Танюха, видать, портвейн 777. Бог миловал. Бог миловал. Джан Стингрей, знаменитая, которая там группу Кино пыталась продвигать, она писала и говорила в своих интервью, что они, эти русские, пьют очень странный винный напиток, который, значит, к портвейну, естественно, не имеет вообще никакого отношения, потому что для нее пора это порт вайн, да, это Португалия и прочее. Но я действительно, как вспомню этот вкус и запах, мы как-то приходим в магазин, и Саша такой наш говорит, продавщица обращается, у вас есть рабочие крестьянские напитки? Она говорит, что? Он говорит, три топора. Он говорит, что? Портвейн 777. Я говорю, ну так и говори, блин. Ты представляешь, с каким упоением можно было бы здесь стоять, когда стояла эта конная, как ее, господи, Диаскуры, они Диаскуров. Да, их сняли по причине по причине нелюбви к немцам, да, извините. В 1915 году здесь был, была серия немецких погромов, и здесь действительно собралась толпа, потому что ее еще напитали информацией о том, что типа в Астории. Это просто надо заметить, здание немецкого консульства, да, на тот момент. Немецкого посольства, построенное в 2013 году по проекту Питера Бернса, первого мира арт-директора, и, между прочим, его одним из главных учеников, мисс Ван дер Роо, про которого я мечтаю рассказать в серии своих намеченных лекций «Модернизм для чайников». Там будет про... Ты будешь говорить там про Руст? Про Руст? Ну, Руст, он имеет отношение, в принципе, вообще к классике, да. Но это здание разнесли пух и прах наши критики, оно им показалось брутальным, мрачным и так далее, хотя, мне кажется, оно идеально вписалось в ансамбль Исаакиевской площади, поэтому фиг знает, что им там не понравилось. Но особенно им не понравилась вот эта статуя, да. И мне кажется, актуалочка-то заключалась в том, что где там, ты видел, как выглядело меню, вот это разработанное для Гитлера, который в гостинице «Астория»? Слушай, планировал, это история, да? На самом деле, про... Сейчас, подожди, Паш. Что, это демидовский особняк. Лапы эти, не могу, каждый раз смотрю, и сиськи, конечно. Сиськи, ладно, нет, ну ты пойми, для той эпохи, вот когда не было порнухи и прочее, то есть идут там 14-летние парни, они поднимают голову, и тут на них, тогда не было таких, вот это патина называется. Это вообще, ну это же пошлятина. Это, понимаешь, это высокое искусство. Нет, это я понимаю, но я имею в виду на то время, то есть, да, но... Хотя, с другой стороны, мне кажется, как можно в Петербурге, было опошлить? Вот что из архитектурных доминант сегодня? Это нам кажется, что у них розы из жопы падали. На самом деле, вот я сейчас внимательно перечитываю классику, там было, мне кажется, еще более жестко в определенных местах. Но вот я буквально недавно снял, вот скоро после этого выйдет классики Бесакпрей Тургенева. Там в первой любви. А, ну конец сюда зайдем в это. Да, да, да. Там он со своим отцом приходит к его любовнице, и он эту любовницу стегает кнутом по руке, и та подносит и слизывает кровь, понимаешь, с руки. И это пишет классик Тургенев. Скучно, потому что. Вообще, да, здесь мы были, это дом композиторов. А вы заходили? Ну да, я шел, и там стоял сторож, и что-то за 300 рублей нас туда пустил. Реально, у меня есть об этом видос, и хотите, поставлю ссылку. Я тебя вот сегодня чуть дороже сюда приведу, потому что мне очень нравится всегда, знаешь, когда со мной заходят куда-нибудь, и такие типа, ой, ты так мало ешь, такая бюджетная. Я говорю, да-да, вот это место. Слушай, я всегда думал, что мод это... Вот я тебе просто написала не через W, а через M, и поэтому оно вышло как мод. Она мне пишет, да. Напишет в мод. Мод для меня это вся... Вот смотри, значит, здесь... Здравствуйте. Во дворе два заведения, как можно понять, да, ресторан «Тепло». И бар холодно. И бар холодно. Нет, бар вообще чудо чудесное, и как видите, и по посадке по полной, опять напомню, среда, вечер, блядь, что случилось у нас? Откуда деньги у людей? Столько. А россияне купили что-то на 20 с чем-то больше процентов машин, чем в прошлом году. Понимаешь, в июле или где-то. А ты не видел, типа, что... Россия в кризисе, я хрен. Слушай, мне кажется, конечно, по губам можно получить за такие слова, даже не от телезрителей, а от судьбы злодейки. Поэтому, есть время. Мне кажется, просто, знаешь, все поняли, что, типа, не ровен час может прилететь. И, типа, а что откладывать на потом, да? Давайте поживем.
живем. К России всегда так. Поэтому я не знаю, накануне. Я всю свою жизнь живу, и я всегда знаю, что может прилететь поэтому, в любой момент. Да, да. Ешь и хвали. Так, слышу, все, проверь все. Меня, все у меня в порядке. Да, у тебя все, ну скажи что-нибудь еще. Раз, два, три, четыре, пять. Да, вот так. Вышла только... зайка погулять. Тут у тебя там немножко было задрано. Ну, вот, да, это можно поправить. Так, ну что, протискиваемся? Да. Здрасте. Я хочу тебя сначала познакомить с тем, что происходит. А для этого ты мне нужна. Здравствуйте. Здрасте. Слушайте, давайте, знаете что? У меня вот сюда вот. Вот сюда вот. Я хочу, знаете что, чтобы вы рассказали, как вы называетесь, потому что название этого заведения оригинальнее некуда. Хорошо. Говорите в грудь. Мне в грудь. Можешь Паше в кадык. Нет, лучше ей в грудь. Давайте, мне в грудь. Это заведение называется... Да, Сли, мы курочка. Называемся Бьот, что означает западно-восточный диван на русском. Западно-восточный диван. И West Ostliche диван, собственно, на оригинальном языке, на немецком. А почему так случилось? Так случилось, что вы высокий человек, доставайте вон ту книжку. Вот эту, зеленую, давай. Да, вот, да. Не-не-не, зеленую, маленькую. Ага. И? И название это мы заимствовали. Боже! Собственно, оно у стало, нас оно переплелось стало. Все так же, как в этом сборнике. Запад и Восток, несочетаемые вещи, а мы тут тоже чего только не делают. И вы не поверите, как вкусно здесь можно поесть, да? И как вкусно можно выпить. А мы здесь будем финишировать? Хочешь, да? Да, мы хотим финишировать. Да, мы сейчас с тобой заберем это меню, которое ребята обновляют. Я, может быть, здесь тогда как раз что-нибудь съем. Давай, и поешь. Давай. Так, дайте меню, пожалуйста. Я даю. А, все? А, ты даешь? Там есть? О, здесь ушли, да? Вот сейчас, да. Во, вот здесь прекрасно. Да. Или, может быть... На улице, вот смотри, большой стол. Ага. Я просто думаю, там будет попрохладнее. Ну, пошли туда. Пошли туда. Эти, дайте коктейли. Держи, это тогда, еда тебе. Вот, ребята, тогда, смотрите, мы уже обещали большой стол вот все этой понятно. Компании. А вы как раз за круглый сюда. Да, вот отлично. Все, давайте. Давай. А дайте мне еще коктейль ваш. Слушай. Готовят по-домашнему, вот прям, понимаешь, на открытой кухне, как у бабушки. И коктейли, ты только посмотри, сейчас нам отдадут меню, коктейльная карта обновляется. И эту коктейльную карту, ты посмотри, что они сделали. Они сделали гербарий, понимаешь? Это название коктейля, они все о, в одну Господи, сцену. Давайте сядем. Просто невероятно. Там. А я, значит, вот на этот... Нет, иди туда да. садись, я не хочу сидеть. Нет, в смысле, я не тебе, я хотел... Да? Оператора. Оператора. Иди, моя хорошая, красивая. Дайте тогда, куда присесть. Это для сумки. Это для тебя, моя хорошая, все лучшее. Сейчас будет. Понимаешь, это для хорошей осанки. Для... Конечно, рюкзак для накачки спины. Потому что, знаешь, как и полагается барышня 19 века, знаешь, нужно было же что же сделать? Какую-то часть ответственности забирать на себя. Поэтому... У барышень 19 века часть ответственности. Но, а как же век эмансипе, как же новое образование? То есть когда, ну это же движение на сегодняшний день, то есть вот этого патриархального мира о том, что типа отнимать у женщин, ну типа что сиди, дорогая, не работай, я буду нас обеспечивать. И для женщин сегодняшнего мира, ну не всех, вызывает лютый гнев о том, что как ты можешь вести такую патриархальную схему в нашей семье, лишая меня возможности расти, развиваться. И... Тогда было проще. Тогда ты берешь девушку с богатым приданым и просто проматываешь его. Ах, были времена. Проедаешь. Смотри, какая красота, понимаешь? Если бы мы с тобой, Паша, общались букетами, которые ты мне присылал бы. Я могу прислать тебе букет, да, моя хорошая. Значит, смотри. Не, ну, Зайенька, тогда... ну, букеты, они же предполагают какое-то продолжение. А, так ты можешь чертополох прислать? Как
кактус, блин. Тогда, потому что язык цветов, это же, представляешь, какая прелесть. Вот ты получаешь открытку с розой, и она сразу все смекнула и поняла. Понимаешь? Я не помню, в каком фильме это было, но какой-то в американском фильме, значит, что чувак дарит розы, и она такая: ой, а как ты узнал, что я люблю розы? И он такой: who the fuck don't like roses? Все любят розы. Ты любишь розы? Слушай, нет, я люблю лилии. Очень. И калы. Абьюз. Кого ты еще любишь? Да нет, ну калы, нет, калы. Калы? Нет, я люблю лилии, Калы? Это правда, я люблю лилии за аромат и вообще красоту. А я в саду у лилии. И ты знаешь, как приятно, потому что львиная доля гостей, которые ко мне приходят, такие: фу, ссал тут, у тебя кот, что ли? Ну, он же пахнет, ну, они пахнут так для многих калы? Людей. Калы? Нет, да. лилии. Калы вообще не пахнут практически. Запах у них специфический. У лилии? Да. Он пахнет как, если вот в большой концентрации, типа там, не знаю, теплая комната. Да, но у меня все таки кот, что ли. И все, и сразу отсеиваются люди, понимаешь? Нет никого со мной. Так, я буду коктейль. Ты будешь коктейль. На водке, конечно же, и какао. Из артишоков. На водке и какао? Смотри, ликер, какао, водка, амара из артишоков, мескаль и кокосовые сливки. Просто еда, что греческий это? Сало. Суп дня есть. Суп. Паста дня еще, да. Еще какой-нибудь коктейль? Два она хочет коктейль. Да, вот я буду вот это вот на водке. Ну еще давай какой-нибудь коктейль. А можно тогда всех посмотреть? Шотландский виски, мартини. Слушай, мне кажется, ну вот смотри, все, у меня есть градация. Все коктейли на джине, это всегда выбирайте в том случае, если нужно провести максимально адекватно вечер. Потому что джин, ну вот все, что я когда я наблюдала, даже в большом количестве, всегда какая-то ровная поведенческая какая-то модель, ровная. Угу. Коктейли на водке и вообще водка, все, ну пиши пропало, то ну, в зависимости... Ой, странно. А что такое? Это я не про себя, да. Это наблюдение, из практики. Ну, давайте мы у вас... Хотите что-нибудь? Да, мы хотим у вас суп дня. Ага. Субня. Хорошо. И что-нибудь из курицы у вас есть? Из курицы? Из курицы у нас можно... Ну, у нас сейчас суп турецкий, это с телятина, чечевица, булгур. Но еще есть... Простите, можно здесь и там. Смотри, вот этот посмотри. Вот. Мне кажется, тебе поможет. Там на виске. Куриный с овощами суп. А, это все супы. Вот такой а-ля детский вариант. А-ля детский вариант куриный с овощами. Нет, нет, давайте вот этот, который булгур, а она второе. И компот. Я возьму, ну, пасту я не хочу. А, у вас тут всякие сэндвичи. Салатик можно мясной, отлично. Он будет теплый, с зажаренной картошкой. Знала, чем взять. Вот его. Хорошо. Так, а мы будем с дамой. Вот эти два коктейля. Окей. Да? Хорошо. Как правильно? Слушайте, вообще это считается кардиус. Кардиус. Это вот чертополох, это да? Чертополох, это чертополох, точно. Вот, понимаешь? Это то, что тебе слать надо? Да. Подснежник, собственно. А подснежник на водке, да? Да, но тут много всякого, да. Тут, смотрите, еще важно понимать, что тут будет слой кокосовых сливок, но кокосовые сливки там где-то через... минуты две начнут чуть-чуть комковаться, чтобы вы были к этому готовы. Мы к этому готовы чтобы всегда. Этом... Да. Как хорошо, что вы нас предупредили, да. А то я... Коктейль, он... каждый раз, когда комкуются сливки, я сама не своя. Боже, кам-кам-кам-кам-кам. Коктейль, он будет такой, черная основа с альдинкой большой, это как символизирует замороженную землю, и сверху как раз вот эти кокосовые сливки, как тает уже снег. Нет, ты просто, у вас не бартендер, а извращенец какой-то. Кто это? Надеюсь, вы. Вообще нет. Сделайте тогда. Известно, коктейль, просто называемый камшот. Камшот. Да, ну там. Это с чебуреком. Шиша из чебурека. Такой у нас бывает в воскресенье на воскресенье утро. Кошмар, я покрасила. Пришел Ашот и попросил камшот. В общем, я пошла. Маперки. Нет, я у них буду отпевать. Все, я пошла. Спасибо большое. Так, ну что, ждем теперь заказ, понимаешь? А теперь ставим камшот.
вариант. Ну а что, это хороший вариант, мне кажется. Коктейль Камшот. Я абсолютно, ну я, кстати, не знаю, я абсолютно уверен, что где-то он есть. Я даже знаю, из чего он состоит. Могу предположить, есть догадка. Таня, хорошо, а можно вопрос интимный? Да, ну, конечно. Вообще, как-то, вот давай затронем эту деликатную тему, да, которая меня волнует с молодости. Давай, с молодости. А глотать или не глотать? Паш, ну это же от близости зависит. От близости или от похоти? Тут нужно понимать. Тут нужно понимать, какой эффект мы хотим достичь. Какую славу приобрести. С какой аудиторией работаем. Понимаешь? Много факторов. Нет, ну мне кажется, знаешь, когда люди сходятся на уровне феромонов, когда тебе запах и цвет, и вкус любой, да, своего человека, да какая там разница, понимаешь, что бы ни сделали, с какой бы стороны ни произошло, оно как бы все есть норма. Но когда это делается, чтобы произвести впечатление, ну окей, ну как бы, знаешь, ну кто-то, для кого-то устрицы, понимаешь, то же самое проглотить, там, как бы, это камон. А кому-то, вот, понимаешь, произвести впечатление, оставить, это же тоже такая штука, понимаешь, не каждый же так делает или может делать. Ну, а если она мягко, так делает, это, мягко глядя говоря, тебе в глаза, что-то так, ну, конечно, ты запомнишь ее, на какой, если тебе 23. Да, когда тебе там слегка за 50, ну, как бы этим тоже можно поруководить. Мне кажется, это, ну, какие-то, да, такие вещи. Поэтому они для меня, то есть, либо про близость, либо про производить свое впечатление. Ну, и тоже, опять же, нахера оно тебе надо? Как бы, да? Какое впечатление? Нет, я просто, понимаешь, я встречал очень много представителей слабого пола, которые, так сказать, делали это, но без вот этой финальной стадии. И не то, чтобы я прям был зациклен, но мне всегда было интересно, то есть я... Просто есть версия интереснее намного. Да, но... Там же, ты же понимаешь, ты, одно дело, это предсказуемо, понимаешь? Но предсказуемо, когда ты просто там доводишь, оно там куда-то заканчивается. Предсказуемо, когда ты глотать, не глотать. А если, ну, а если ты ёбнутая? Никогда не знаешь. Оп-оп-оп-оп. Куда оно там? Вот тут, понимаешь, мне же, я же говорю, родилась старая. Нет, это тоже мой вариант, потому что у меня даже был момент, когда я должен был переехать в Нижний Новгород. На самом деле, был реально момент в моей жизни такой, возглавить там большой-большой, в общем, неважно что. И девушка тогда, которая меня реально спасла, она не смотрит эти видео, поэтому я даже не смогу ей передать привет. Вот. Она мне сказала, только пообещай мне, что... Я абсолютно точно знаю, что у тебя там, конечно же, будут они, но обещай мне, что у тебя не будет ебанутых баб. То есть я говорю, я не могу тебе это обещать, потому что я вижу ее и говорю, о, моя. Как ты меня узнаешь? Моя. Ты охуеешь. Поэтому, ну хорошо, ладно, ты, в общем, ни разу не раскрыла мне никаких, естественно, секретов. Я понимаю, что это все зависит от интимной близости, от любви и так далее. Да, в первую очередь. Знаешь, ну мне кажется, вообще, в принципе, как сказать, то есть все, что на вот низких вибрациях, все, что там, да, про секс, про войну, про поесть, про попить, про какие-то, да, вот эти вот вещи, они ими, ну, ими легко управлять, они известны, они предсказуемы, поэтому мне они не очень интересны внутри, ну, потому что мне с ними, как бы, да, неинтересно управляться и играться, они мне понятны. Мне, ну, как бы, да, если повыше, поинтереснее, подушевнее, то есть, да, я не говорю про платонические, ну, как бы, понятно. Хорошо, дело, другой что-то. Вопрос. Давай. Блиц. Нет, это не блиц, это не блиц. Берем обратную ситуацию, когда, так сказать, не ты ему, а он тебе, да? Насколько вот в твоей жизни получалось людям делать тебе реально хорошо в этом отношении? У меня есть всегда, во-первых, да, ну, давайте так, как бы, да, когда сталкиваются две фактуры. Мне нравится. Две фактуры. Две фактуры, потому что борода. О, вот это комочками, да? Комочками. Комочки – это подснежник. Это нам. Подснежник, да, комочки. Подснежник и чертополох. Подснежники. Смотри, там какая она. Нормально. Вы туда ПВА добавили, да? Как поливиниловый ацетатный клей. Слушай, ну с этим все понятно, с этими накачанными кусками льда. А вот этот, конечно... Ой, там начинается подснеживание. Они все начинают комковаться? Они же с алкоголем, ну, белок с алкоголем. Давай, комкуйся. Комкуйся, говорю. Не поступай с ним так. Да зачем ты его так расстроил? Вон, все, он начинается. И вон, видишь, он начинает спускаться. Он начинает спускаться? Подними его немножечко.
Не, ну так незаметно, но в общем и целом, да, идея ясна. И если возвращаться, значит, к этому разговору, понимаешь, нежные, я про текстуры, крепенький. Про бороду на лице у мужчины или про щетину, мы, да, неизбежно, и про чувствительную, слизистую, да и что уж там, да, даже при поцелуе, ну, как бы, да, ну, какая вот разница. Вот это тоже очень интересный момент, потому и, что... И в этом плане, конечно, когда мужчина думает, что сейчас он туда закопается, там, не знаю, сделает тебе приятно, тебе просто, ну, элементарно раздражает кожу. Это больно все. Нет, просто бы, да? У меня вот, ну, ходить. Я летом просто хожу в таком, и надо сказать, что я тоже всегда спрашиваю, типа, норм? Говорят, не норм. Ну, просто, просто как бы... есть же язык, да, есть, ну, губы. Да, да, оно, да. Понимаешь, ну, ну выделяется, да. От остальной части лица. А, ну, то есть ты имеешь в виду, что прям туда, да, так... Нет, ну, есть, ну, конечно, ну, есть вот эти вещи. И нет, мне, ну, это... я, знаешь, я один раз в жизни столкнулась с тем фактором, что, ну, я вообще считаю, что, да, если тебе что-то не нравится, неприятно, об этом можно сказать. Одно дело как? Можно сказать, слышь, блядь, что ты делаешь, блядь, посмотри сюда, блядь, хватит, хватит, блядь. Можно так. Но лучше не, но лучше не. Не, ну мальчики очень закомплексованные, ты и так поэтому, просто нанесешь ему психологическую травму. Единственный раз столкнулась с тем, что я человеку говорю, слушай, я говорю, давай немножко, ну, давай я тебе покажу, ну, как бы, да? Я сама. Нет, не в этом плане, что давай покажу, мол, как бы, да, объясню. И человек мне вспылил на тему, что, типа, что меня тут учить будешь? Я, типа, пожил, я тут как бы... Один-единственный раз. Я такая, ну, окей, я говорю, тогда давай не надо, пожалуйста, потому что мне это не нравится. И это был как бы, ну, вот, типа, серия, говорю, ну, вот, типа, мы закончили, да, упражнение. Вот и все. А так, конечно же, это всегда, ну, из серии, то есть, ну, какая-то... Ты... Да. Главный мне ответ, дай на вопрос. У тебя вот были, конечно, люди, которые прямо вот действительно... Да, конечно, тебе, конечно. Да, вот, все, хорошо, все, конечно. Ты меня успокоила. Где, да, они все теперь? В рифму. Не, просто у меня в молодости был один раз, что я действительно, ну, как-то очень жестко это делал. Мне сказали, ну, не надо так. И все. И с тех пор отпустила. И в общем, не делаю просто. Не приближаюсь. Не, наоборот, делаю. И постоянно как-то вот... Мне всегда кажется, что я что-то делаю не так. А потом... Это, знаешь, как с экскурсиями иногда бывает, особенно индивидуальными. Водишь людей... И у них каменные лица, а потом в конце они говорят, это было просто божественно, да? И, и то есть ты это делаешь как бы... А и... как ты вообще находишь? Мне кажется, есть же какой-то психологический крючок, когда, в принципе, мысли, формы у человека о том, что я что-то делаю не так. То есть вот у меня долгое время, например, да, шло от вот этого к тому, чтобы просто уточнить, все ли, а все в порядке? Ну, как бы, у всех все хорошо, ну, вот и поехали дальше. Это как, ну, снимаешь, да, с себя эту тревогу, потому что на этих эмоциональных качелях, и вообще, когда тебе что-то не устраивает, и что-то не по тебе, ну, не в метро, да, конечно, как, извините, пожалуйста, мне, наверное, вам очень интересно, что я вас здесь собрала, да? Ну, как, когда ты какие-то личные, да, вещи, то есть тебе что-то не нравится, происходит какой-то там, не знаю, диалог, что угодно, почему, ну, как бы ты отмалчиваешься, а потом там через сутки выдаешь какую-то версию, что что-то было не так. Мне непонятно. Мне в моем взрослом мире непонятно. Нет, у меня, в принципе, у меня вообще негативных отзывов, я их по пальцам считаю. То есть... Для меня вообще большое удивление, мы сколько не разговариваем на тему там, твоих роликов на, ну, там, на YouTube, и, в принципе, там, ну, различности, да, того, как ты водишь, насколько действительно аудитория твоя не то что лояльна или там благодарна, а в плане, то есть, адекватна. Так что... Не, потому что контент рождает бытие, и, конечно, ко мне ходят люди, которые понимают, куда идут. А бывает, в основном, вот половина отзывов это были люди случайные, которые не понимали, куда они пришли, или им сказали, сходи к нему, там он да, просто топчик. Вот. Но я тебе еще говорю, за, ну, я их, у меня уже на 1000 идет экскурсии, да, и я их по пальцам могу пересчитать. Но это вот я уже говорил, это вот групповые экскурсии хорошо, потому что там усредненная энергия. А вот индивидуалов это я очень... Паша, от тебя сейчас приходят люди, я в принципе себе взяла. Я не собираю группу, потому что мне их, ну, неудобно собирать, потому что день, ну, у меня много привязок, там дети, кружки, секции, вот это все. Мне бы удобнее брать, конечно, индивидуальные вещи. И, соответственно, внутри сарафанное это радио, оно разносит так или иначе. И я всегда людям предлагаю. Я говорю, что я собираю индивидуально для вас. То есть, да, мне какую тему взять? Практически, то есть уровень и база позволяет брать, в общем-то, практически... И база? И база. И база. Это... Ну, вот мы подошли к этому интересному вопросу после цветов. И, значит... И тут звонит мне человек вечером, такой, алло, здрасте, мне ваш номер телефона дали.
я хочу экскурсию по барам. А я там время 10:30. Я говорю, добро пожаловать в клуб. Но я говорю, я не вожу, то есть профильно, как бы прям по барам, да. Я говорю, я могу предложить гастрономическую там какую-то часть, я рассказываю про историю, как формировалась, там кабаки, трактиры, да, вот эти вот все вещи. И мы, конечно, куда-то можем по пути заходить. Такой типа, то есть мы не пойдем по барам? Я говорю, если хотите по барам, я говорю, у меня есть в команде люди, кто может вот прям профильно ночью пойти по барам тусоваться. Я говорю, я так не делаю. А что вы тогда делаете, спрашивает мне человек. Я думаю, это вот к слову о том, что когда дают контакт, они не дают уточнений. Так, друзья мои, ну смотрите, ладно, поскольку я теперь уже начну есть, и чтобы это не выглядело совсем, да, давай мы... Прощаемся. Да, мы приветствуем. Значит, давай мы вынесем, во-первых, вердикт. Я считаю, это было крепко. Это крепко, это вкусно. Меня несколько смущает наличие сливок, конечно, на алкоголе. Нет, ну потому что... Нет, потому что может вызвать бурю в... В стакане. ЖКТ, да, может. А это было? А это чертополох. Вот чертополох я люблю, как мы выяснили, его и Лилии. Да? Тоже крепенький, да. Но это поприятнее было. Так. Значит, друзья мои, что надо сказать обязательно в конце? Сказать нужно то, что ссылку на... Сколько там мяса? Да, мясо тут прямо до хрена. Мне сейчас будет очень хорошо. Мне сейчас будет зашибись. Вот. Ссылку на Татьяну. На меня ссылка? Сделай умное лицо. Сейчас, подожди. Ссылку на Татьяну мы разместим там. Точно так же, как там будут все ссылки на мои ресурсы. Книжечки, экскурсии, пожалуйста, приобретайте, приходите. Пока они еще идут, с четверга по воскресенье, да. Я как раз, в отличие от Татьяны, очень не люблю индивидуальные экскурсии. Я их не рекламирую, они мне стоят дорого, но иногда я их все-таки провожу. Вот, поэтому уж прям, если вам вот, вот так поэтому, вот надо, но... Поэтому, да, в этот... Обращайтесь. Оп-мизантроп у меня называется, мое ООО. Да. Не, ну потому что у меня очень часто индивидуальные экскурсии, это все равно групповые экскурсии, просто для каких-то коммерческих клиентов, потому что у меня СИП, со мной удобно работать, бла-бла-бла. Вот, поэтому, значит, ходите по разным заведениям. По разным людям, да что уж там, ходите, знаешь, не ровен час, да, не ровен час. Поэтому кайфуйте. Да, потому что последний день живем, это Россия, матушка, тут как бы только так. Комментарии туда, увидимся, пока.